Let go. На какой телефон ты ездишь? Что делать начнешь, что ли? Вот и вебка началась. К сожалению, очень быстро закончилась. Хотя, в принципе, Байн. Чего темно-то так? Ужасно, ужасно. Что ты делаешь? Вы там вообще разговаривать-то умеете? Я не знаю, они стесняются, походу. Йоу. Весело, безумно. Девчонки, один вопрос. Просто я в шоке. В розыгрыше айфонов ты участвуешь? Нет? Я просто в шоке, да, конечно. Вы же на всех подписались? Что? На всех подписались? На всех 96 человек подписались? Конечно. Точно? Да. И он очень серьезно спрашивает. На вас, наверное, это давит немного, расслабьтесь. Хороший, плохой коп мы играем просто такую. Я очень да, хороший. Конечно. Я очень плохой. Ты короче, добрый, он злой. Девчонки, реально участвуете в розыгрыше? Конечно. Обалдеть. Короче, не, да блин, да меня заебали просто писать что-то там про какое-то наебалово или еще что-то. На самом деле, ну, очень все просто и прозрачно, как по мне. Так что, девчонки, хорошего слушай, вам вечера. Раз мне так повезло, может, что-нибудь споешь? Блин, я сегодня очень на коротенькую трансу. Может, потом, на... когда разыгрывать уже буду, какой-нибудь прикольчик устроим. А еще такой вопросик. Может, так повезет, и ты приедешь в Калининград со своим концертом? И прахнешься. Ну и да, тоже можно. Да не, не знаю, не, в Калининград... Ждите информацию по туру когда-нибудь там, потом. Потом. Как отсюда выйти? Как быстрее? Как их скинуть? Как сбросить? Я не знаю, как... Ладно, сам. Они не хотят. Не принимают запрос. Ой, это что, Ленор? Это не шутка? Это Ленор, да? Пиздец. А ты думала, что я для тебя шутка? Она от меня ушла, она стесняется Soda Love. Я не стесняюсь Soda Love, просто я не накрашена. Так я просто тоже... он изнасилует через камеру, нельзя, нельзя. Ну, если не через камеру, то круто было бы, ну ладно. Бля, у нас с тобой одно имя. Видео с ними, у нас с тобой одно имя, я Влада. А еще у нас могут быть с тобой одинаковые айфоны. Просто, если ты подпишешься на все, то вот человек... Коммерсант плюс, ёпта. Здрасте. Блин, девчонки, вы где живете? Вы что, студентки? Да. Вы в общаге живете? Да. Давай, брат. В Москве. А что, ты поел уже все? Да. Заберите нас отсюда. Александр. Человеку почти 30, делает вид, что ему 15. Александр, полетел тоже? Да. Давай, брат. Че, девчонки, что хотите сказать? Не знаю, что сказать. Каникулы. Не, я пацанов не понимаю. Не каникулы, дистанционное обучение. Какое? Сенсуальное обучение? Сексуальное, да. Сексуальное. Нет, я спросил сенсуальное, это значит чувственное. I'm so sorry. Да, извините. Базара нет. Учимся, да. Учиться — это круто. Да, поэтому ты не учишься. Бля, чувствую себя, знаешь, сейчас, короче... родителям, который, вот знаешь, ребенок приходит из школы домой, и я ему просто тупые какие-то вопросы задаю. Че, как дела в школе, типа, как там, блядь, день? Какой ребенок с тобой одного возраста? Да куда, в смысле, блядь, знаешь, что мне 43? Да. Окей.
Разделить на два. Из какого вы города? Просто со всеми. Ты сняла нормально? Какой город, говорю, девчонки? Москва. А, Москва? Да. Москва Крипс. Короче, поздравляю вас с наступающим Хэллоуином. Спасибо большое. И с днем бесплатных айфонов. Все, девчонки, я, короче, полетел. Спасибо, что подключились. Хорошего вам вечера, хорошей учебы, хорошей общаги. Спасибо, мы ждем новые треки. Чтобы кипятильник не переграл. Скоро альбомчик уже. Ждем. Бань-бань-бань.